Дмитрич, я в наглую включил запись. Повтори, пожалуйста, что ты художник, а не садовод. Повтори. Ну. А я сейчас покажу твою выставку. Давай. В смысле? Повтори? Ну, я художник. Конечно. Ты художник. Художник. Садоводство потеряло в тебе кого? Да никого не потеряло. Ага. Просто искусство потеряло время и много картин из-за того, что я занялся садом. Но сад для меня, для души и для витаминов, для употребления организма. Так вот, витаминов. Ты пока собираешь 400 косточек персика, ага, на продажу. Так. Так, я показываю, что ты тут насобирал. Ну, здесь, наверное, сорта 4-5 груш. Угу. Ага. Вот осенние. Там еще один сорт висит, не дошел. Вот начинаем с этого. Это гигант Подмосковья, но он в этом году мелковатый. Это осеннее московское. Это космическое. На полках лежит вон там справа внизу. Это мраморная. Ну и два сорта яблок здесь осталось. Яблочки у меня. Ты мне скажи, почему при дикой жаре в этом году так плохо окрасились груши? Нет. Зачем? Ну, ясно. Еще один факт. Ну, я предчувствую катастрофу. Почему так много и мелких? Послушай сюда. Вот космическая, она всегда зеленая. Только на бешеном солнце бывает, вот румянец появляется. Она вообще, цвет у нее зеленый. Так? Московская осенняя, она всегда желтая. Вот в недозревшем состоянии. Вот она, видишь, какая. Но она уже и запах имеет все. А потом отлежится чуть-чуть. А вон на дереве тоже. Она уже желтая совершенно. Дальше. Мраморную я самые окрашенные. Вот она не окрашена. Не-не-не. Я их уже сбагрил. Вот не окрашенные, которые внизу тени. А, ты ее уже сбагрил. Сбагрил. А вот это я оставил, ну как. Валерия попросила Защитина выкинуть несколько штук, это на выставку, вот у нее будет 15 числа. А что-то она... Же, она говорила про выставку. Яблочко наливное, типа. Она говорила. Так что, вот они, пожалуйста, это нормальные груши, это только теневые остались. Так, а смотри, эти уже разобрали. Времени нету, вот этот короткий фильм все-таки я покажу. Сейчас, я отключу и сфотографирую в твоих руках эти груши мраморные. Ну, давай. Так, все, друзья, благодарю за внимание. Мы побывали у человека, который ради вот этих картин, отказался стать профессиональным садоводом. Нет, даже это только начатое. Вот готовая картина. А, вот готовая картина. Да, и то она стоит, видишь, у меня рад. Слушай, если кто-то скажет, хочу купить картину, давай твой телефон. Ты знаешь, наверное, не стоит, у меня и так покупают. Да? Ага. А если очень захочет? Ну, пожалуйста, тогда через аукцион. Ну, это уже не то. Ладно. Короче, друзья, мы были в гостях у художника. А так, вон они, не будем же мы доставать их сейчас. Мы в гостях у Чернобаева Леонида Дмитриевича, художника. И, к сожалению... Не пропавшего, а несостоявшегося профессионального садовода, у которого в руках просыпаются семена. Я сейчас сфотографировал твои персики. Ну, ты прям это, как начнешь что-то расхваливать. Я блогер. Ну, понятно. Аж слезу можно пустить. Нет, ты главное, пожалуйста, не зазнавайся. Тут Володя у меня, это тот раз спрашивал, говорит... Что, неужели у вас там грамм по 400? Я говорю, ну, может, нет, а может... Ну, самые большие я отдал-то. На эти 300. Ну, 300 это для мраморной тоже нормально. 300 грамм. Вот они. Пяток штук, это ощутимо. Да красавцы вообще, сами по себе. Да. Хочешь попробовать на вкус? Ну, что ты издеваешься, я только вчера... Да у тебя их нет. Какой же ты садовод? У тебя, клянусь, конечно, Богом, что у меня такие же точно. Да нет, у тебя сортов-то больше, естественно. Нет, ну зачем я так на экран говорю, что у меня нету мраморной? Да, Сергей что, продает саженцы мраморные. Пошутить нельзя, что ли? А, ну шутка, ну, ладно, а то я уж хабилиться хотел. Ну возьми, а у тебя не такие сладкие. А что? Вот точно. Ну возьми. Так, я обижусь точно. Поклади на место. Сергей саженцами мраморные торгует.
саженцами? Ага. Да. Кстати, все. Великолепный сорт. Ой, самый, наверное, сладкий. Да того же. Леня, некогда мне мясо точить. Давай. Выключайся. Давай, пока. Пока.